детской школе искусств города Видное состоялся всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой музыки «Видный джаз». В фестивале принимали участие музыканты из школ дополнительного образования, музыкальных колледжей и высших учебных заведений Москвы, Подмосковья и Кургана. Музыканты выступали в 4 номинациях – солисты, инструменталисты, ансамбли, оркестры и джазовый вокал. Так как музыкантов было много, мероприятие проходило в течение 2 дней. У нас будет участвовать 8 детских эстрадных оркестров, 19 ансамблей и более 60 солистов. Профессиональное жюри оценивало участников по определенным критериям. Обращаем внимание на качество исполнения музыкальных произведений, на то, что из чего, собственно, состоит музыка, да, это штрихи, нюансы, это интонация, это, ну и внешний вид, конечно же. Основная идея конкурса «Видный джаз» – объединить талантливых исполнителей разных возрастных категорий и развить традиции многонациональной культуры России.